Привет. Я люблю. В интернете завирусился социальный проект от Кристины Бахтиной. Данный проект нацелен на то, чтобы обратить внимание пользователей на домашнее насилие. И продвигается данный проект через фотографии, на которых изображены девушки с кровью, с синяками. И рядом мужчина, который не показывает своего лица, но при этом обнимает, как бы обнимает или душит данную девушку. Ну а также надписи по типу «Тебя никто не будет любить больше, чем я», или «Ты сама виновата» и так далее и тому подобное. И хорошо, что есть такой проект, ведь в 2019 году уже давным-давно нужно понять, что бить людей – это плохо, бить женщин – это плохо, бить детей – это плохо, бить мужчин – это плохо. Но хотя некоторые мужчины заслуживают того, чтобы им дали по голове, особенно такие, из-за которых создаются такие проекты. Поэтому уважающие себя девушки, которые меня сейчас смотрят, но находятся в состоянии домашнего насилия, не бойтесь звонить в полицию, не бойтесь оставлять заявление и даже давать взятки полицейским, чтобы они приезжали и забирали вашего мужчину, а также избивали его. Потому что такие мужчины, они не должны носить звание мужчины, они не должны поднимать руку и должны получать за это по голове, потому что, видимо, по-другому они понять этого не могут. И нужно поступать с ними так же. Но только не в тех случаях, когда вы себя ведете как мрази, что провоцирует мужчину поднимать на вас руку. Это важно. А спонсор данного выпуска — мой Инстаграм. Подписывайся на него, там интересно. Серьезно интересно. Подпишись. Артемий Лебедев покинул Россию и не собирается возвращаться, аргументируя это тем, что здесь накалилась атмосфера. Мне пришлось уехать из Москвы. Это решение далось мне совсем непросто. И я должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность. И есть очень большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться. После данного заявления часть интернет-аудитории решила, что это троллинг от Татьяныча, и то, что в конечном итоге он все равно вернется в Россию, будет брать госпроекты, будет брать новые дизайны переработки метро и зарабатывать денежные средства, которые ему несет мэрия от налогоплательщиков. Но, по мне, это все равно замечательный манифест, это хорошее видео, это хороший посыл настоящего художника, который показывает, что Артемий Лебедев — это все-таки художник, который заботится о комфорте, который хочет жить в стране, где людям не ограничивают свободу, и который готов покинуть данную страну только из-за того, что там власть ограничивает свободу и не дает людям нормально жить. Это протест художника, и за это Артемию большой-большой плюс. Ведь вы должны понимать, если у вас есть семья, которая вас вроде как кормит, вроде бы как одевает и вроде как дает крышу над головой, но при этом обращается с вами как с животным и ограничивает ваши права, то нужно покидать такую семью, искать новые знакомства и создавать собственную семью со своим комфортом, со своими правилами, со своими догмами, чтобы вам было там удобно. А троллинг у Татьяныча или не троллинг, покажет время. Клип на песню Артура Пирожкова «Зацепило» перевалил за 5 миллиардов просмотров. И это произошло сегодня и стало возможно благодаря мне и фотошопу.